В Днепропетровской области зафиксирован очередной рекорд. Ученики и мастера Петряковского профессионального технического училища номер 79 разрисовали Петряковкой 5-метровый ухват, который стал самым длинным в Украине. Рогач на заказ училища изготовили социальные партнеры, разрисовали ученики и мастера производственного обучения. Размеры ухвата впечатляющие. Длина 5 метров 17 сантиметров. Диаметр кованой части более 67 сантиметров. Диаметр держака 63 миллиметра. Рекорд зафиксирован. Отныне училище стало обладателем свидетельства Национального реестра рекордов. Свое впечатляющее произведение искусства авторы представили на ежегодном фестивале-ярмарке «Петриковский дивоцвіт».